А ваша мужа за что задержали? Да. А вы здесь что делали? Мы домой шли. Я Чинпати, где Найсия. Пропустите меня, Чинпати, где Найсия. А что случилось? Мы его мужа задержали, мы шли домой. Он хотел на ту сторону пойти просто. Прекрасные ребята, нормальные, адекватные. Просто выполняют свою работу. А вы считаете, вас здесь задержать не могут? Почему? Могут, конечно, если... И правы будут? Нет, если я буду нарушать закон... Нет, вот если порядок... вы будете вот здесь стоять, вас могут задержать? Нет, не могут. Вы уверены? Конечно. Я член партии «Единая Россия». Я секретарь «Единой России». Позовите главного. Наталья Валерьевна. А какой партии вы? Тельмину. Почему? Это Дешевых, это Матвеевич фамилия. Мы пошли домой просто. Муж сказал, почему его не пускают на ту сторону метро. Его задержали, заломали, побили. Я член партии. Что это вообще за такое творится? Я член «Единой России». Ну, может, вы виноваты в этом? В чем мы виноваты? Мы домой хотели идти. Нас не пустили в Азию. Вы член партии «Единой России». И в чем я виновата? Вы и довели до этого. Нет. А почему? Их начать бить, трогать, и еще что, они будут провоцироваться, правильно? Они будут делать действия, которые по закону указаны. Добрый день, друзья! Слава богу, у этой женщины с видео хватило совести выйти из партии после этой истории. Видимо, поняла, что тут есть и ее ответственность. В заявлении она написала: «Мне стыдно людям в глаза смотреть». Одним адекватом больше. И я прошу вас не писать в ее адрес слишком много оскорблений. И справилась, и хорошо. Таких будет еще много. Мне интересно, сколько ядросов проснется от всей этой ситуации, а сколько останется в текущей коленно-локтевой позе. На днях со мной связался старый знакомый, руководитель одной московской образовательной организации. Прошло совещание, на котором сказали прямым текстом, я цитирую: «Мы не настаиваем, а рекомендуем голосовать за тех кандидатов, за которых мы скажем». Классические методы работы «Единой России». Я надеюсь, люди понимают, что происходит, и прокатят эту партию власти по максимуму. Хочу отметить, что раз власть не надеется на фальсификации, значит, у нас есть реальные шансы. Хотя к этому вопросу мы еще вернемся. А у нас наконец-то проснулась КПРФ. Говоря об этой партии, должен отметить, что я сдержанный сторонник этой политической силы. Я вовсе не собираюсь в нее вступать, и уж тем более не в восторге от Геннадия Зюганова. Я жду обновления этой партии, прихода нового поколения, либо появления другой партии, в которую перетекут самые адекватные представители, либо за новый социализм Платошкина, либо левый фронт, да хоть реанимация партии «Родина», любой вариант. А сейчас нет стройных рядов, которые ведут на светлое будущее и в которые можно влиться для деятельности. Кандидаты в депутаты Московской городской думы от партии КПРФ потребовали незамедлительной отставки председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова. По их мнению, состав столичного избиркома сформирован с явным конфликтом интересов. В частности, речь идет о том, что членами МГИКа являются действующие чиновники мэрии Москвы. Кроме того, коммунисты намерены требовать прекращения политического преследования в отношении москвичей, которые были задержаны в Москве во время акций 27 июля и 3 августа, но фактически не являлись организаторами митинга. Такие решения были приняты накануне в ходе закрытого совещания кандидатов. И я очень рад этой новости, ибо давно пора. Левые должны быть активны, должны действовать, а не в стороне стоять. Должны перехватывать инициативу. Обратите внимание, у самих коммунистов по спискам всех зарегистрировали. Но они вписались за честные выборы. Конечно, Кремль и боты сейчас будут давить на тот момент, что коммунисты вступили за агентов Госдепа. Но на это не стоит обращать внимания, друзья. Собака лает, левые делают дело, и это хорошо. Более того, уже есть результат. Сегодня механизм сбора подписей в поддержку кандидатов на выборах устарел и нуждается в изменениях, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК. И сообщила о подготовке предложений по процедуре сбора подписей.
По ее словам, с развитием технологий появляются новые возможности фальсификации подписей. Она добавила, что от устаревшего механизма их сбора страдают и избиратели, и сами кандидаты, и члены избирательных комиссий. Кто бы мог подумать? Звучит неплохо, но есть у меня подозрение, что не все так радужно на этом празднике жизни. Кстати, послушайте, какое видео пускает Яндекс под новостью со словами Памфиловой о том, что система весьма и весьма несовершенна. Общественники провели тщательную проверку, и сразу 50 избирателей, чьи данные были указаны, нашли и вовсе на кладбище. Тем не менее, именно их фамилии и имена красуются в подписных листах за кандидатов Кирилла Гончарова, Андрея Бабушкина, Любови Соболь, Ивана Жданова, Александра Соловьева и Дмитрия Гудкова. Подписи эти показались членам УИК подозрительными. Ну, в силу ряда причин, там, почерк, все прочее. Проверка велась у нас как по социальным сетям, где мы обнаруживали, что люди давно не заходят в свои аккаунты, и также находили. То есть, уже ЦИК признает, что система работает с ошибками, а видео вообще к этому не имеет отношения, а повторяет тезис, что оппозиция все подделала. Но это мелочи пропаганды. Куда страшнее проблема онлайн-голосования. Оно постоянно всплывает в новостях. Хотя вопрос настолько серьезный, что вообще-то нужен референдум по вопросу подобного новшества. А подается, как будто все уже давно решено и готовится, просто лоск наводится. Заявления на участие в электронных выборах в Мосгордуму проверят в два этапа. Для проверки будут использоваться ресурсы федеральных и региональных баз данных реестра избирателей. Электронные выборы в Мосгордуму впервые пройдут в трех округах. Участники московских выборов смогут мгновенно проверять учет своих голосов. Электронное голосование в Москве. Будут ли все голоса учтены верно и будет ли соблюдена тайна голосования? Но все это, друзья, пыль в глаза. Вот эту тему власти быстренько замяли, как будто это что-то совсем неважное. Хакеры атаковали систему электронного голосования в Мосгордуму. Система тестового электронного голосования, которая проходит 23 июля перед выборами в Мосгордуму, подверглась хакерским атакам. Об этом сообщил руководитель штаба по наблюдению за электронным голосованием Илья Масух. Он напомнил, что хакерские атаки наблюдались и во время первого тестирования 1 июля, когда система зависла. Сообщили об этом только либеральные издания. Кстати, повторюсь, что отсутствие развитых левых СМИ – это позорище КПРФ в том числе. Как можно вести политическую борьбу в 21 веке без своих СМИ? А тут выходит, что систему два раза тестировали, и два раза хакеры ее взламывали. Какое это может быть честное электронное голосование? Я не удивлюсь, если результаты голосования окажутся весьма оригинальными и неожиданными. Короткая справка по этому поводу. Хакеры — это в основном, конечно, любители свободы, либералы, либертарианцы по образу мыслей. Но самые видные хакеры в России давно под колпаком спецслужб, невыездные, с толстыми досье и работают строго по приказу. Я немного знаю эту систему. Как можно в таких условиях вводить электронное голосование, логически это объяснить невозможно. Именно за отмену этого фарса в том числе и должны быть наши выступления на митингах и всем остальном. А напоследок хочу обратиться к тем, кто любит в комментариях считать мои денежки. Дорогие друзья, в чем проблема? Я даже не прошу ваших донатов. Хотите, кидайте, хотите, не кидайте. А оппозиционные видео, как я уже объяснял, монетизируются тяжело. Вот мои видео за 2 дня, 5 штук. На всех желтый знак ограниченной рекламы. Не нравятся они Ютубу, что тут поделаешь? Вот не нравятся и все. Упомянул? Действия полиции, протесты, акции, митинги. Все. Монетизация под вопросом. Я, конечно, запрашиваю проверку, и через сутки все ограничения снимутся. Ну, почти всегда снимаются. Только вот просмотры собираются именно в первый день. А поэтому доходов я практически не получаю с этих видео. Поэтому представлять меня эдаким олигархом несколько неправильно. А что еще хуже, видео с такими ограничениями меньше рекомендуется новым пользователям. Поэтому я всегда прошу вас включать оповещение, колокольчик, делать репосты и распространять видео всеми доступными способами. Ну и традиционно, друзья, надо держаться вместе. Вместе мы сила. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Ваша активность помогает распространить правду. Жду ваших комментариев и до встречи уже завтра. Пока.